Ой, девочки, смотрите, какая красота. В общем, нам посоветовали это место. Мы сначала заблудились. Нам сказали, что ничего страшного, даже если заблудитесь, потому что попадете на красивые пляжи. И правда, какая красота, какие красивые пляжи. Я даже не знаю, как называется это место. Это между Сан-Мало, Динар, город, где мы сейчас находимся. Ну, как бы нигде сейчас находимся, а где мы остановились. Динар, Сан-Мало и Канкаля. Вот между вот этими вот городами находится вот этот пляж. Смотрите, какая красота. Мы по очереди, у нас, значит, Наташа в машине уснула, и мы по очереди выходим посмотреть на эту красоту, на эти пляжи. Вот так, если поднять, наверное, видно. Вода необычного, вот этого, знаете, красивого цвета. Чуть-чуть молочного, чуть-чуть бирюзового, очень красивый цвет. Очень холодно, очень-очень. По градусам как бы 7 градусов, не так, ветер прям толкает. Не так уж, не сказать, что... наверх по лесенкам, вот по этим лесенкам. Сейчас посмотрим, что там будет. А ну-ка, я великая спортсменка, быстро поднимусь, не поднимусь. Там детские голоса слышу. Очень красиво, красиво. Сейчас нагуляем себе аппетит. Нагуляем аппетит, потому что решили ужинать не в ресторане. Что усидеть и грустно ужинать в ресторане, когда можно уехать и вкусные морепродукты покушать где-нибудь в любом обычном ресторанчики. Поэтому сейчас нагуляем аппетит, надышимся. Какая красота! И дальше поедем, наверное, в Сан-Мало обратно вернемся. Мы сегодня там уже были, но вернемся, наверное, туда. Будем там ужинать. Все, поднимаюсь наверх. Если будет красивее, чем сейчас, я покажу еще.